Всем привет! В этом видео я расскажу и покажу, как связать такую кофточку крючком регланом сверху. Связана она единым полотном, без швов, сверху вниз. По размерам. У меня получился размер примерно 50, и в сантиметрах я сейчас расскажу. Сначала по пряже. Я вязала из пряжи Анна 16, это 100% мерсеризованный длинноволокнистый хлопок, и номер у меня 303. На сайте он называется «Золотой», поэтому я и кофточку назвала «Золотая». Здесь в 100 граммах 530 метров. Эту пряжу я получала из интернет-магазина «Пряжа Су», и под видео будет ссылка на саму эту пряжу, на магазин, и также там будет указан промокод «Нади22», по которому вы получите 5% скидку на ваш заказ. И более подробная информация по промокоду также в описании будет к этому видео. И также ссылка будет на держатели, которыми очень удобно пользоваться при вязании из моточной и из бобинной пряжи. Особенно удобно, когда пряжа крутится, и вот он немножко смягчает это. Здесь рекомендуют крючок 2-2,5, я вязала крючком 2 мм. На этот размер, на те размеры, о которых я сейчас расскажу, у меня ушло 280 граммов пряжи, то есть около 3 моточков. Длина у меня получилась 58 сантиметров, ширина 53 сантиметра. Рукава. Длина рукава 11 сантиметров. Ширина в начале, в самой широкой части 22 сантиметра. И в конце, здесь вот убавление я делала, в конце 18 сантиметров. Регланная линия по передней части 27 сантиметров. Также я измерила вот здесь, чтобы было удобно, сейчас буду показывать я буду на мини-версии кокетку, узор вот этот, а рукав я снимала в процессе вязания самой кофточки и вставлю также по ходу этого видео эту часть. А показывать я буду на мини-версии, сейчас я буду все подробно рассказывать. И вот для того, чтобы вы понимали, сколько я набирала петель, я измерила вот здесь, по спинке. Начинается же отсюда вязание. Для начала мы набираем петли только для спинки и для рукавов. А петли для полочек набираются, добавляются в процессе вязания. И вот здесь я измерила между кромочными, между регланными линиями по спинке у меня 17 сантиметров и между регланными линиями рукав 6 сантиметров. Вот на это вы можете ориентироваться, измерить на себе, какую ширину вам нужно горловины, на другой размер, потому что очень часто спрашивают, сколько петель набирать на меньший, на больший размер. Я не могу сказать, сколько петель набирать. Измеряйте свою, у всех разная шея, плечи, грудь и так далее. Вот у меня так, я набирала изначально 17,6, а на полочке уже добирала в процессе вязания. И вот так, такой у меня получился размер. На больший размер, конечно, нужно больше. Что нужно учесть при расчете, это я сейчас чуть позже расскажу. Сначала я коротко расскажу об этой кофточке, и затем уже буду касаться расчетов и показывать на мини-версии. Итак, здесь у меня использовано два вида узоров. Вот этот узор, это узор по типу бабушкиного квадрата на кокетку. По нижней части, после кокетки, вот такой ажурный узор. И также я его использовала при обвязке горловины и полочек и по нижней части рукава этот же узор. Здесь при обвязке получается довольно много отверстий, которые можно использовать как отверстия для пуговицы. Я решила сделать только
одну пуговицу, но можно в любое время изменить и добавить еще сюда пуговиц, потому что, как я сказала, отверстий здесь достаточно, под любое можно подобрать пуговицу и напротив этих отверстий пришить столько пуговиц, сколько вам нужно, можно их вообще не пришивать, кому как нравится. Итак, сам процесс вязания. Для начала вязания я набрала петли для спинки рукавов и регланных линий, и также по одной кромочной здесь петли в количестве 75 петель. Откуда взялось эти 75 петель? Как я сказала, здесь 17, здесь 6 сантиметров. И распределила. У меня получилось 41 петля на спинку. Вот так я нарисовала. Вот эта спинка, это рукава, а это уже будут полочки в процессе вязания. 41 спинка, по 14 на рукава, по одной на регланную линию и по одной кромочной. Потом буду вязать две кромочные. Это я в процессе вязания буду показывать. Добавлю здесь одну петлю, и у меня будет две кромочные. Изначально набирала по одной, чтобы не было резкого вот такого перехода. Немножко две... Есть резкий переход, если сразу две набирать. Поэтому только по одной петле. Что нужно учесть при расчете? Почему именно такое количество петель? Для этого узора количество петель в каждой части, то есть и на спинке, и на рукавах, в каждой части должно быть кратно 3 плюс 2. Вот у меня 41 петля. У меня получилось 13 рапортов по 3 петли плюс 2 для симметрии узора. Это для того, чтобы узор в начале спинки и в конце спинки, и в начале рукава и в конце рукава выглядел симметрично. Вот здесь, чтобы как мы начали, так он должен заканчиваться. И на рукавах у меня 14 петель. Это 4 рапорта по 3 петли. Полных рапорта и 2 петли для симметрии узора. На полочке мы набираем по одной, поэтому здесь мы ничего не рассчитываем. Там уже в процессе добавления узора мы вводим петли, но это я буду все показывать. Остальное, что касается количества рядов, количества петель, сколько я как вязала, это я буду в процессе вязания, когда буду показывать на мини-версии, и потом в процессе буду провязывать на мини-версии и говорить, сколько я провязывала на самой кофточке. Для образца мини-версии я наберу меньшее количество петель, конечно, и я решила так, набрать на спинку 3 рапорта, на рукава 2 рапорта. Остальное также по одной петле на регланной линии и по одной кромочной петле. И что, вот я так, как я рассчитала, вот у меня получилось 3 рапорта по 3 петли плюс 2 для симметрии. Это 11 петель на спинку буду набирать. И 2 рапорта на рукав по 3 петли плюс 2 для симметрии узора, 8 петель. Вот так же вы для себя рассчитываете. Свяжите образец, измерьте, какая вам ширина нужна, и подгоните под вот это количество рапорта, чтобы было кратно 3 плюс 2 для симметрии. Итак, у меня для образца получилось, я буду набирать спинка 11, 2 рукава по 8, 4 регланные и 2 кромочные с каждой стороны. Итого 33 петли. Здесь также я сложила... Вот 41 спинка, 14, 2 рукава по 14, 4 регланные и 2 кромочные. Все, для начала вязания вот это количество петель готово. 75 петель. Для образца набираю 33 петли. Так, наборный ряд — это обычная цепочка из воздушных петель. И набираю петли. Раз, два, три, четыре. И наберу 35 петель. Ой, 33 петли. Я набрала петли и отметила петли регланных линий маркерами. Начинаю вязать первый ряд.
Вначале я свяжу 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 3 воздушные петли подъема. Дальше буду по 2 вязать. Следующая петля идет уже петля регланной линии. В первую регланную линию пока я провязываю не полный веер. То есть вяжу 2 столбика с одним накидом. Первый столбик с накидом. Делаю накид. Ввожу крючок в петлю, вытягиваю нить, провязываю через 2 петли на крючке и еще раз через 2. Это 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля и сюда же еще 3 столбика с накидом в эту же петлю. Вначале немножко неудобно, потом будет легко. 1, 2, 3. Дальше перехожу на вязание рукава. Делаю воздушную петлю и пропускаю 2 петли основания. В третью провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И повторяю. Воздушная петля, пропускаю 2 петли основания в третью, не очень удобно, конечно, вначале, пропускаю 2 петли и в третью провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля. Все, у меня рапорты закончились. 2 петли должно быть не провязанные. Дальше идет регланная линия. В центр регланной линии провязываю веер. 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля. Сюда же 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И дальше регланные линии будут вязаться все именно вот так. Центр регланной линии. Теперь спинка. Так же, как и на рукаве. Воздушная петля. 2 петли пропускаем. В третью. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля. 2 петли пропускаем, в третью столбик, 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля. 2 петли пропускаем, в третью. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля.
2 петли пропускаем и следующая петля — это снова регланная линия. В центр регланной линии провязываем веер. 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. 1, 2, 3, воздушная петля, 3 столбика. 1, 2. Можно маркеры не помещать, что-то они даже мешают. Ну ничего. Первый ряд самый сложный, дальше будет легко. Остается провязать второй рукав. Вяжем его также. Воздушная петля. 2 петли пропускаем в третью. 3 столбика. 1. 2, 3, воздушная петля, 2 петли пропускаем, в третью 3 столбика, 1, 2, 3, воздушная петля, 2 петли пропускаем и последняя регланная линия. Вяжем 3 столбика, 1, 2, 3. Беру маркера, мне мешает. 3, воздушная петля, и сюда еще 2 столбика, так же как я связала в начале. 1, 2, и в последнюю петлю вяжем кромочный столбик. Первый ряд провязан. Эти крайние я уберу. Для наглядности сейчас я вот так верну маркеры, они мне уже мешать не будут. В регланной линии, чтобы было понятно. Так, вяжем второй ряд. Дальше в начале ряда я буду вязать для подъема 2 петли воздушные, вы можете вязать 3 петли воздушные. Я вяжу 2, просто не туго. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону и в первую же петлю провязываю второй столбик с накидом. Дальше это будет 2 кромочные петли. Воздушная петля и в центр регланной линии под арку, под воздушную петлю, вяжу полный веер. То есть 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. 1, 2, 3, воздушная петля, 1, 2, 3. Дальше. Воздушная петля.
и в первую воздушную петлю, над первой воздушной петлей 3 столбика. Раз, два, три. Воздушная петля. Над следующей петли столбиков пропускаем. В следующую арку под воздушную петлю 3 столбика. Раз, два, три. Воздушная петля. И в следующую арку перед регланной линией также 3 столбика. Три. Воздушная петля. Дальше идет у меня регланная линия. В центр регланной линии веер. Три столбика. Раз, два, три. Воздушная петля. Сюда же 3 столбика. Раз, два, три. Вот я провязала 2 регланные линии уже и петли рукава. Переходим на спинку. Воздушная петля. Над первой аркой 3 столбика. Воздушная петля, в следующую арку 3 столбика. То есть петли предыдущего ряда, столбики предыдущего ряда пропускаем, а в каждую арку 3 столбика. Воздушная петля, в следующую арку 3 столбика. Раз, два, три. Воздушная петля. И последнюю арку перед регланной линией 3 столбика. Воздушная петля. И в центр регланной линии такой же веер. 3 столбика. Воздушная петля, сюда же 3 столбика. Спинка провязана. Переходим на рукав. Воздушная петля. В первую арку 3 столбика. Раз, два, три. Воздушная петля, в следующую арку 3 столбика. Воздушная петля и в следующую арку 3 столбика. Воздушная петля. Центр следующей регланной линии веер, 3 столбика. Воздушная петля, 3 столбика. Воздушная петля. И над первым столбиком предыдущего ряда, вернее, в третью воздушную петлю подъема, провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. Здесь у нас тоже теперь 2 кромочных столбика.
спинка, рукава и сюда полочка, полочки. Третий ряд. Две воздушные петли подъема и второй кромочный столбик. Воздушная петля и в первую вот эту арку перед регланной линией 3 столбика. Раз, два, три. Воздушная петля в центр регланной линии веер. 3 столбика. Воздушная петля, 3 столбика. Переходим на рукав. Воздушная петля в первую арку, 3 столбика. И также чередуем. Воздушная петля, столбики пропускаем в арку, 3 столбика. Воздушная петля, следующую арку, 3 столбика. Воздушная петля, последнюю арку, 3 столбика. Не важно, сколько у вас рапортов, все будет вязаться одинаково. Перед регланной линией также воздушная петля и в центр регланной линии веер. 3 столбика. Воздушная петля, сюда же 3 столбика. Переходим на спинку, то же самое все. Воздушная петля, в каждую арку 3 столбика, между группами из 3 столбиков воздушные петли. 3 столбика, воздушная петля в арку, 3 столбика, воздушная петля в арку, 3 столбика. Воздушная петля в арку, 3 столбика. Воздушная петля. Последнюю арку также 3 столбика. Воздушная петля в центр регланной линии веер. 3 столбика. Воздушная петля, сюда же 3 столбика. Переходим на рукав. Воздушная петля в арку, 3 столбика. Воздушная петля в арку, 3 столбика. Воздушная, 3 столбика. Воздушная и еще раз перед регланной линией 3 столбика. Воздушная петля,
центр регланной линии веер. Три столбика, воздушная петля, три столбика. Воздушная петля. И в последнюю арку три столбика. Воздушная петля. И два кромочных столбика. Первый над последним столбиком. И второй верхнюю воздушную петлю. Четвертый ряд. Две воздушные петли, второй кромочный столбик. В первую арку после кромочных столбиков три столбика. Раз, два, три. Воздушная петля. Петли пропускаем и в следующую арку. Три столбика. Воздушная петля. Центр регланной линии веер. Три столбика. Воздушная петля, сюда же три столбика. Полочка уже прибавляется. Переходим на рукав. Воздушная петля. И также в каждую арку по 3 столбика, между ними воздушная петля. Начиная с первой арки. 3 столбика. Воздушная петля. В арку 3 столбика. Воздушная петля. В следующую арку 3 столбика. Воздушная петля. В следующую арку 3 столбика. Воздушная петля. И еще одна арка перед регланной линией осталась. 3 столбика. Воздушная петля, центр регланной линии, веер. Три столбика, воздушная петля, три столбика. Переходим на спинку. Воздушная петля, в первую арку 3 столбика. И так в каждую арку 3 столбика, между ними воздушная петля. Следующую. 3 столбика, воздушная петля. Следующую 3 столбика. Воздушная петля. Следующие 3 столбика. Воздушная. Еще 3 столбика в следующую арку. Воздушная. И еще 3 столбика. Воздушная петля. Я подошла к регланной линии, в центр регланной линии веер. Три столбика. Воздушная петля. Три столбика.
второй рукав, воздушная петля, также в первую арку 3 столбика, воздушная петля, в следующую арку 3 столбика, воздушная петля, в следующую арку 3 столбика, воздушная, в арку 3 столбика, воздушная, в арку 3 столбика, и подошли к регланной линии, воздушная петля, в центр регланной линии веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Воздушная петля, и на полочке в первую арку 3 столбика, воздушная петля, и в последнюю арку перед кромочными столбиками 3 столбика. Раз, два, три. И над последними двумя столбиками 2 кромочных столбика. Пятый ряд. Воздушные петли подъема и второй кромочный столбик. Воздушная петля. Пропускаем вот эти первые столбики и в первую арку 3 столбика. Раз. Два, три, воздушная петля, и в следующую арку 3 столбика, воздушная петля, в центр регланной линии веер, 3 столбика, воздушная петля, переходим на рукав, то же самое, в каждую арку 3 столбика, между ними воздушная петля, воздушная петля, три столбика, воздушная петля, три столбика, воздушная петля, три столбика. Воздушная петля и в центр веера, такой же веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика, переходим на спинку, воздушная петля и в арке по 3 столбика, воздушная, 3 столбика,
воздушная, 3 столбика. Воздушная, 3 столбика. Воздушная, 3 столбика. Воздушная, столбики. Воздушная петля, еще 3 столбика. Воздушная петля, в арку веер, 3 столбика. Воздушная петля, 3 столбика. Переходим на второй рукав. Воздушная петля, в арку 3 столбика. Воздушная петля, в арку 3 столбика. Воздушная петля, в арку 3 столбика. Воздушная петля, 3 столбика. Воздушная петля, 3 столбика, воздушная петля и еще раз 3 столбика. Воздушная петля в центр веера, веер 3 столбика, воздушная петля 3 столбика. Переходим на полочку. Воздушная петля, в арку 3 столбика. Воздушная петля, в следующую арку 3 столбика. Воздушная петля и над последними двумя петлями 2 кромочных столбика. 1, 2. И дальше повторяются последние 3 ряда, то есть 3, 4, 5. Меняется, как вы заметили, только начало ряда, а в середине все вяжется одинаково, каждый ряд. То есть центр каждой регланной линии веер, а дальше после веера и перед веером воздушная петля, и в каждую арку 3 столбика и воздушная петля. Они вяжутся абсолютно одинаково в середы. Дальше повторяете на ту длину, которая вам нужна, с прибавлениями. Третий, четвертый, пятый ряд. Я сейчас еще раз покажу, повторю это. Третий, четвертый, пятый. Это будет у меня шестой, седьмой и восьмой. Ну и у вас тоже. Я их еще раз повторю, но буду показывать только начало и конец ряда. А ряд буду провязывать за кадром, потому что здесь все одинаково, так как я уже на протяжении этих 5 рядов показала. Итак, шестой ряд такой же, как третий, в начале и в конце. Два кромочных столбика. В
воздушная петля и в первую арку 3 столбика. Воздушная петля, дальше также. Здесь уже на полочке все так же, как и на рукавах и на спинке. В каждую арку 3 столбика, между ними воздушная петля. Воздушная петля и веер. И дальше я провяжу ряд до конца, до последней регланной линии. Заканчиваю шестой ряд. После последнего веера в регланной линии воздушная петля, также в арку 3 столбика. Воздушная петля, в следующую арку 3 столбика. Воздушная петля, в последнюю арку 3 столбика. Воздушная петля и над последними двумя столбиками 2 кромочных столбика. Седьмой ряд. Петли подъема и второй кромочный столбик. В первую арку после кромочных столбиков 3 столбика. Раз, два, три. Воздушная петля. И в арку следующую 3 столбика. Воздушная петля, 3 столбика. Воздушная петля, 3 столбика и так далее. Дальше будет воздушная петля, регланная линия. И провязываем ряд, как уже вязали предыдущие. Довяжу до конца ряда. В конце ряда подключусь. В конце седьмого ряда, также после регланной линии, в каждую арку столбики, между ними воздушная петля. В последнюю арку перед кромочными также 3 столбика. И над последними двумя петлями 2 кромочных столбика. 1. И восьмой ряд, 2 кромочных столбика, воздушная петля, группу из 3 столбиков пропускаем и над следующей воздушной петлей 3 столбика. Дальше чередуем. Также воздушная петля и 3 столбика в каждую арку. Провяжу ряд до конца. Заканчиваю восьмой ряд. После регланной линии также 3 тройки у меня получилось. И еще воздушная петля, 4 тройка. Воздушная петля и над последними двумя столбиками 2 кромочных столбика. Вот я повторила еще раз 3, 4, 5 ряд. И дальше я повторяю эти 3 ряда, как 3, 4, 5, 6, 7, 8, повторяю эти 3 ряда по 27 ряд. Всего я связала
30 рядов. И начало и конец ряда 28, 29 и 30 я сейчас покажу. А в центре все повторяется так же. В середине ряда. Так, 28 ряд. Два кромочных столбика. Воздушная петля. И в первую арку 3 столбика. И дальше повторяю. Воздушная петля, 3 столбика и так далее. Все то же самое, что было в предыдущих рядах. В арке вяжем 3 столбика, в центр веера, веер. В конце 28 ряда воздушная петля, в последнюю арку 3 столбика. Воздушная петля и над последними двумя столбиками 2 кромочных столбика. Двадцать девятый ряд, 2 кромочных столбика, воздушная петля и в первую же арку 3 столбика. И дальше, как обычно, воздушная петля в арку 3 столбика. Провязываем весь ряд. В конце 29 ряда в последнюю арку перед кромочными 3 столбика. Воздушная петля и над последними двумя столбиками 2 кромочных столбика. И последний 30 ряд, также 2 кромочных столбика, и в первую арку после кромочных 3 столбика. Воздушная петля и повторяем 3 столбика, между ними воздушные петли, а в регланной линии веер. То есть ряд вяжется так же дальше. В конце 30 ряда в последнюю арку перед кромочными петлями 3 столбика. И над последними двумя петлями 2 кромочных столбика. После этих 30 рядов, я уже маркеры отсоединю, они не нужны, я эту нить не обрезала, закрепила последнюю петлю маркером вот так и оставила эту нить. Дальше связала росток небольшой, 4 ряда, на петлях спинки. Вот она спинка. И для этого взяла нить от другого мотка. И начиная с регланной линии перед спинкой и после спинки, заканчивая регланной линией, провязала 4 ряда ростка, которые сейчас покажу. Итак, первый ряд ростка
с регланной, начинаю с регланной линии перед спинкой, беру нить от другого мотка. В центр регланной линии присоединяю нить. Провязываю 2 воздушные петли подъема и сюда же еще 2 столбика с накидом. 1, 2 в центр регланной линии, то есть 3 столбика. Воздушная петля и после веера в первую арку провязываю 3 столбика. И дальше вяжу ряд, также в каждую арку по 3 столбика, между ними воздушная петля. Воздушная петля в арку 3 столбика. И так провязываю весь ряд до конца. В каждую арку 3 столбика, между ними воздушная петля. Провязала все петли спинки. Заканчиваю ряд. Перед регланной линией между спинкой и рукавом, которая в последнюю арку, также 3 столбика, воздушная петля. И в центр этой регланной линии 3 столбика. 1, 2, 3. Это первый ряд ростка. Второй ряд. Воздушные петли подъема, разворачиваюсь и в эту же петлю провяжу еще один столбик с накидом. Дальше воздушная петля и в первую арку вот здесь 3 столбика. И продолжаю вязать воздушная петля в арку 3 столбика. И так далее. Воздушная петля 3 столбика в каждую арку до конца ряда. В конце второго ряда в последнюю арку 3 столбика. Воздушная петля. И над первым столбиком 1 столбик. Третий ряд. Поднимаюсь воздушными петлями. И в первую арку провязываю 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше воздушная петля и в каждую арку 3 столбика. Повторяем. Воздушная петля, 3 столбика и так далее. В конце третьего ряда воздушная петля после тройки. В последнюю арку 3 столбика. И над последней петлей 1 столбик. Последний четвертый ряд поднимаюсь воздушными петлями и в эту же петлю еще один столбик. Воздушная петля и в первую арку после 3 столбиков провязываю 3 столбика. Дальше, как обычно, воздушная петля, 3 столбика в каждую арку. Заканчиваю четвертый ряд, последнюю арку 3 столбика, воздушная петля и над последним столбиком столбик.
Дальше эту нить я обрезаю и вытягиваю. Вот все 4 ряда ростка. Также я их 4 всего и связала на кофточке. Если нужно больше, повторяйте еще, если выше нужен росток. И дальше я буду вязать соединительный ряд той нитью, которую я вязала, вот, которую оставила. Буду провязывать полочку, петли рукава оставляю, набираю подрез, затем петли спинки, набираю подрез, пропускаю петли рукава и вяжу петли полочки. Соединительный ряд я провязывала столбиками без накида. Так, там, где остановились, отсюда и начинаем вязать соединительный ряд. Делаю одну петлю подъема, так как это столбики без накида. И начиная с первой же петли, провязываю столбик без накида. Ввожу крючок в петлю, захватывая две стенки, вытягиваю нить и провязываю две петли вместе. И так провязываю над каждой петлей и там, где столбики, вот над каждым столбиком по одному столбику без накида и под воздушную петлю также один столбик без накида. И так над каждой тройкой 3 столбика над ними. 3 столбика предыдущего ряда, над ними 3 столбика без накида и под воздушную петлю 1 столбик. Над столбиками по столбику и под воздушную петлю столбик. Над столбиками по столбику без накида и под воздушную петлю. Так провязываю всю полочку до регланной линии. Последняя тройка под воздушную петлю. И над 3 вот этими столбиками веера также по одному столбику. 1, 2, 3 и в центр веера еще одну петлю. Все, полочку я провязала. Теперь петли рукава, вот эти, я пропускаю. На своей кофточке я набирала по 12 петель подреза. Здесь я для образца наберу 5, много не буду. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше петли рукава пропускаю. Вот так. И здесь у меня первый ряд, вернее, край 4 ряда ростка. Я провязываю над этой петлей. Вот эту воздушные петли подъема я не считаю. Я их считаю как за одну петлю. Над этой петлей столбик без накида. Вот так. И дальше также под воздушную петлю столбик без накида и над каждым столбиком столбик без накида. Под воздушную петлю и над каждым столбиком. Сейчас я провяжу таким образом на всех петлях спинки и здесь подключусь. Довязываю петли спинки над последней воздушной петлей столбик и над воздушными петлями подъема 1 столбик. Дальше также набираю
5 петель подреза на своей кофточке 12. Пропускаю петли рукава. И в центр регланной линии перед полочкой провязываю один столбик без накида. И дальше также над каждым столбиком, над тремя столбиками веера по столбику и над воздушной петлей столбик. И также дальше над столбиками и над воздушной петлей по столбику без накида до конца. Я провязала весь ряд соединительными столбиками и добавила подрезы. Дальше я вяжу на петлях полочек и спинки вниз ажурным узором. Узор выглядит так. Ссылка на схему будет под видео. По краям, в начале и в конце ряда, я также вязала по 2 кромочных столбика. Не считая этих кромочных столбиков, вам нужно пересчитать все петли с учетом петель подреза. И количество петель у вас должно быть кратное 10. Если у вас так не получилось, то нужно в следующем ряду, в первом ряду узора, либо добавить, либо убавить петли, чтобы получилось количество петель, не считая кромочных, кратное 10. Для того, чтобы узор в начале и в конце ряда выглядел симметрично. На моей кофточке у меня получилось, не считая кромочных, с учетом петель, по 12 петель подреза я набирала, у меня получилось 379 петель на моей кофточке. Для того, чтобы узор был кратен 10, нужно мне добавить было одну петлю, и я в одном месте, в любом месте, по-моему, где-то по спинке, вот здесь я, по узору в первом ряду идет, между арками нужно пропускать каждый раз 4 петли, я в одном месте пропустила не 4, а 3. И таким образом у меня количество петель получилось 380 петель для начала вязания узора. Вот этот первый соединительный ряд, он вязался по лицевой стороне, а узор я начинаю вязать с первого ряда, и первый ряд у меня будет вязаться по изнаночной стороне. То есть первый по изнаночной, второй по лицевой, третий по изнаночной, четвертый по лицевой, пятый по изнаночной, шестой по лицевой, и всего раппорт высоту повторяется вот эти 6 рядов. И сейчас я покажу на своем образце или мини-версии, как вязать эти 6 рядов. Я вязала их по прямой, без прибавлений и убавлений. Итак, первый ряд узора. 2 воздушные петли. И над следующей петлей второй кромочный столбик. То есть по 2 кромочных я так и продолжила вязать. Дальше 2 воздушные петли. Пропускаю 2 петли основания. И в третью провязываю столбик без накида. А дальше провязываю арки по 5 воздушных петель, пропуская 4 воздушные петли основания. 5 воздушных петель, 3, 4, 5, пропускаю 4 петли и в пятую провязываю столбик без накида. И так повторяю до конца ряда. 5 воздушных, пропускаю 4, в пятую столбик без накида. 5 воздушных. Пропускаю 4 петли, в пятую столбик без накида. Так провязываю весь ряд до конца. Заканчиваю вязание первого ряда. 1, 2, 3, 4, 5,
4, 1, 2, 3, 4, пропускаю в пятую, провязываю столбик. Должно перед кромочными остаться 2 воздушные петли. Провязываю 2 воздушные петли, 2 пропускаю и над последними двумя 2 кромочных столбика с накидом. Второй ряд. 2 воздушные петли и 2 кромочный столбик. 1 воздушная петля. И вот в эту короткую арку провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Две воздушные петли и в следующую арку из 5 петель провязываю столбик без накида. 2 воздушные петли. В следующую арку из 5 петель провязываю веер. 3 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли и сюда же 3 столбика с одним накидом. Вот так. И повторяю. В одну арку вот такой элемент, в другую арку веер. Итак, 2 воздушные петли. В следующую арку столбик без накида, 2 воздушные петли. В следующую арку веер. 3 столбика. 2 воздушные петли. В эту же арку 3 столбика. Повторяю. 2 воздушные петли, в следующую арку столбик без накида, 2 воздушные петли, в следующую арку веер. 3 столбика. 2 воздушные. Сюда же 3 столбика. И продолжаю так вязать до конца ряда. То веер, то столбик без накида, между ними 2 воздушные петли. В конце второго ряда в последнюю арку из 5 петель вязываю 2 воздушные, столбик без накида, 2 воздушные. И вот в эту короткую арку, которая из 2 петель, провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля. И над последними двумя столбиками 2 кромочных столбика. Третий ряд. Третий ряд начинается со столбика без накида, поэтому я и поднимаюсь только на 1 воздушную петлю. В эту же петлю провязываю первый столбик без накида, кромочный, и над второй петлей второй столбик без накида. 2 кромочных столбика без накида. 3 воздушные петли. И над первыми тремя столбиками с накидом провязываю над каждым по столбику с накидом. Первый. Второй, третий. Дальше вот этот элемент пропускаю. И над столбиками веера провязываю 3 столбика. Первый, над следующим. Второй, над следующим.
третий. В центр веера предыдущего ряда 3 воздушные петли. Сюда, вот в этот центр веера, столбик без накида, 3 воздушные петли. И дальше также над столбиками 3 столбика. Раз, два, три. Вот этот элемент пропускаем. И над первыми 3 столбиками веера 3 столбика. Раз, два, три. И снова повторяем то же самое. 3 воздушные петли. В центр веера столбик без накида. 3 воздушные петли. Над 3 столбиками веера 3 столбика с накидом. И так повторяем до конца ряда. Пропускаем этот элемент. 3 столбика и так далее. То, что я уже показала. В конце третьего ряда над последними 3 столбиками 3 столбика с накидом. Три воздушные петли. И над последними 2 столбиками кромочными 2 кромочных столбика без накида. 1, 2. Четвертый ряд. 2 воздушные петли подъема. И над следующим кромочным столбиком 2 кромочный столбик. 2 воздушные петли. И теперь будем вязать столбики без накида. В первый столбик из тройки и в последний столбик из следующей тройки. То есть вот 3, 3, которые сходятся друг к другу. Провязываем столбики без накида в первый и в последний. Здесь легко запомнить. Они выше, чем вот эти первые столбики. Между ними будем провязывать по 5 воздушных. Вначале 2 воздушные петли и вяжем первый столбик без накида в первый столбик тройки предыдущего ряда. Дальше 5 воздушных петель и в последний столбик следующей тройки столбик без накида. Снова 5 воздушных петель и следующие 2 тройки, вот они, друг к другу сходятся. Вяжем столбик без накида в первый столбик первой тройки, 5 воздушных и столбик без накида в последний столбик тройки. И повторяем 5 воздушных, 2 тройки друг к другу сходятся. Сначала вяжем в первый столбик 5 воздушных, затем столбик без накида в последний столбик следующей тройки и повторяем 5 воздушных в первый столбик следующей тройки, 5 воздушных и в последний столбик следующей тройки столбик без накида. И так чередуем. Столбик без накида, 5 воздушных, столбик без накида, 5 воздушных. В конце четвертого ряда столбик без накида в столбик первой тройки, в первый, 5 воздушных,
столбик без накида в последний столбик следующей тройки. 2 воздушные и 2 кромочных столбика. 2 кромочных столбика с накидом. 1, 2. Пятый ряд. 1 воздушная петля подъема и провязываю 2 кромочных столбика без накида. 1, 2. 2 воздушные петли. И в первую арку из 5 петель провязываю веер. 3 столбика с накидом. 3. 2 воздушные петли. Сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2. 3. Дальше 2 воздушные петли. 2 воздушные петли в следующую арку, столбик без накида. 2 воздушные петли в следующую арку, веер. 3 столбика. 2 воздушные и 3 столбика с накидом. 2 как 2, отличается только начало и конец ряда. В центре также вяжется. Чередуем веер и столбик без накида. Между ними 2 воздушные петли в каждую арку. Еще раз провяжу. Вот в эту арку я провязала веер, значит, в следующую вяжу 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петли. В следующую опять веер. 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика. И повторяю в следующую столбик без накида, в следующую веер. В конце 5 ряда, после последнего веера, 2 воздушные петли и над 2 кромочными столбиками 2 кромочных столбика без накида. 1, 2. И 6 ряд. 2 воздушные петли подъема и 2 кромочный столбик. 3 столбиками предыдущего ряда, столбики с накидом, провязываю 3 столбика с накидом. 1 над следующим, 2 над следующим, 3. Этот ряд такой же, как 3. В центр веера провязываем 3 воздушные петли. Центр веера, столбик без накида, 3 воздушные петли. Над столбиками с накидом 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И так же, как делали, как вязали 3 ряд. Пропускаем первую арку и провязываем 3 столбика с накидом над столбиками веера. В центр веера 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли. И снова над столбиками веера 3 столбика с накидом.
Опять пропускаем этот элемент. Над следующим 3 столбика и так далее. То есть как третий ряд вяжется. Заканчиваю 6-й ряд. Над последним веером 3 столбика над столбиками. Центр веера 3 воздушные, столбик без накида 3 воздушные. И в следующий, над следующими 3 столбиками 3 столбика с накидом. Над 2 кромочными столбиками 2 кромочных столбика с накидом. Это 6 рядов раппорта. Они повторяются. Но сейчас я покажу еще раз первый ряд. Так как здесь я набирала первый ряд вот эти арки из 5 воздушных петель и столбиков без накида, я его провязывала в ряд столбиков без накида, а дальше он будет вязаться уже над узором. И в принципе этот ряд, он повторяет 4-й ряд узора, как вот здесь, разница только в начале и в конце ряда. Поэтому я сейчас еще раз покажу этот первый ряд, как он уже вяжется в последующем. 2 воздушные петли подъема и 2 кромочный столбик. 2 воздушные петли и столбик без накида в 3-й столбик первой тройки. Вот так. И дальше то же самое, как и было в 4-м ряду. 5 воздушных. Следующие вот 2 тройки предыдущего ряда. Сначала вяжем в 1-й столбик тройки, столбик без накида, 5 воздушных петель. И в последний столбик следующей тройки столбик без накида. И так вяжем 5 воздушных петель, столбик без накида в 1-й столбик следующей тройки, 5 воздушных петель и в последний столбик следующей тройки столбик без накида. Провязываем арки из 5 воздушных петель и столбиками столбиков. 5 воздушных петель, столбик без накида. 5 воздушных петель, столбик без накида. В конце первого ряда 5 воздушных, столбик без накида в 1-й столбик последней тройки. После этого 2 воздушные петли и над кромочными столбиками 2 кромочных столбика с накидом. 1-й. Все 6 рядов раппорта провязаны. И дальше повторяется. Вот сейчас я провязала 1-й ряд. И дальше 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й. Опять 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й. На своей кофточке таким образом я провязала 8 раз, повторила полный раппорт по 6 рядов. И в последнем раппорте провязала 5 рядов, а вместо 6-го провязала другой ряд. Вот схема. На схеме это будет вот этот ряд. Поворачиваем в обратную сторону. Вот этот ряд. Вместо 6-го ряда. То есть 48 полных, 48 рядов я провязала полных раппортов по 6 петель. И в последний раппорт 5 рядов по схеме, как я сейчас показала. 1, 2, 3, 4, 5. А как вязала 6-й вот этот ряд, сейчас покажу. Я распущу последние 2 ряда до 5-го ряда и покажу.
Сейчас у меня на полотне последний, пятый ряд узора. И как провязываю этот вместо шестого ряда. Две воздушные петли подъема. И вяжу над вторым кромочным столбиком второй кромочный столбик. И дальше провязываю следующим образом. Над каждым веером вяжу так. Над столбиками 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. В центр веера 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Над столбиками 3 столбика с накидом. Раз, два, три. И так над каждым веером. Вот перехожу к следующему вееру. Вот он. И провязываю над столбиками столбики с накидом. Первый, второй, третий. В центр веера 3 столбика с накидом. Раз, два, три. И над столбиками веера также 3 столбика. Раз, два, три. Получается, что над каждым веером провязываем по 9 столбиков. В конце ряда над последним веером провязала 9 столбиков с накидом. И над последними двумя кромочными столбиками 2 кромочных столбика с накидом. После этого я сразу начала набирать петли на планку, не обрывая нить, сразу отсюда. Набирала я следующим образом. Сделала одну воздушную петлю и, начиная прямо от начала, вот первый ряд, боковой столбик, этот столбик с накидом, сюда набираю 2 столбика без накида. И так я набирала в ряд, где шел ряд, начинающийся со столбика без накида, набирала одну петлю. А ряд, где боковой столбик шел столбик с накидом, провязывала, набирала 2 петли, то есть 2 столбика без накида. И вот так набирала, где один, где столбик без накида, там одну петлю, где столбик с накидом, там 2 петли. И так на протяжении всего узора. Я уже не буду по кругу полностью все набирать, думаю, это понятно. На протяжении всего узора. А когда я пришла вот к этому узору, который состоит из троек, вот этот как бабушкин квадрат, здесь каждый ряд начинался со столбиков с накидом, поэтому в каждый ряд, из каждого ряда поперечного я набирала 2 петли. И так набрала петли по всей планке. Дальше я буду показывать сейчас на кофте и рассказывать, потому что остальное, в принципе, все уже я показала, кроме одной обвязки. Ее я делала на лицевой стороне, поэтому нить обрежу. И сейчас вот, начиная с лицевой стороны, я ее покажу. А в какой момент я ее вязала, сейчас в процессе рассказа дальнейшего я скажу, в каком ряду я эту обвязку провязала. Прикреплю сейчас нить и провязывала так. Делала воздушная петля, вводила крючок в петлю предыдущего ряда, вытягивала нить и протягивала через предыдущую. И так над каждой петлей. Воздушная петля, в следующую петлю соединительный столбик. Воздушная петля, в следующую петлю соединительный столбик. Воздушная петля, в следующую петлю соединительный столбик. И так абсолютно над каждой петлей. Воздушная петля, соединительный столбик. Воздушная петля, соединительный столбик. И вот такая обвязка красивая получается.
Итак, вот я закончила вот этот ряд, шестой, вместо шестого, вернее, который провязала по 9 столбиков, и сразу перешла на полочку набирать петли, как я показала. Набрала петли по горловине, по второй полочке, по лицевой стороне, вот здесь закончила. И у меня получилось, я пересчитала эти столбики, у меня получилось 374 столбика без накида. Дальше я начала вязать узор такой же, как вот этот узор, как я показывала после кокетки. И для этого узора также, помимо кромочных столбиков, количество петель должно быть кратно 10. У меня получилось 374, и я также оставила по 2 кромочных столбика с каждой стороны, а на остальных вязала раппорт узора кратный 10. Значит, я закончила вот здесь набирать петли, столбики без накида, развернулась, и по изнаночной стороне, так же, как и вот здесь, я показывала уже это на образце, я начала вязать первый ряд узора. Также точно по столбикам без накида, это ряд, где арки из 5 воздушных и столбики без накидов. Первый ряд узора провязала по изнаночной стороне. Пришла сюда. Вот, провязала, разворачиваюсь, вяжу по лицевой стороне второй ряд узора, так как я уже показывала на образце. Затем, после второго ряда, я провязала вот этот ряд, который я вязала на образце вместо шестого ряда. То есть этот ряд, его можно провязывать после второго, то есть вместо третьего или вместо шестого. Вот я вместо третьего ряда провязала над каждым веером по 9 столбиков с накидом, как я показала уже. После этого, вернее, этот ряд, я, чтобы его провязать тоже по лицевой стороне, так как у меня второй ряд вязался по лицевой стороне, и последний ряд я тоже хотела, чтобы у меня был по лицевой стороне, поэтому я нить обрезала и присоединила новую нить и начала вязать по лицевой стороне. И провязывала над столбиками столбики и над веерами 9 столбиков с накидом. И так провязала по кругу, пришла ко второй полочке в конце, и вот здесь, уже не разворачиваясь, также по лицевой стороне я пошла вязать ряд обвязки, который я показывала сейчас на образце, воздушная петля, соединительный столбик. И так провязывала по низу, по спинке, по полочкам, то есть по низу изделия полностью провязала и перешла на вторую полочку. И так у меня и получилось, что этот ряд тоже пошел по лицевой стороне. То есть это полностью по кругу, по низу, по полочкам, по горловине, и до конца второй полочки. И на этом планка закончилась. И после этого, после того, как я связала планку, я связала рукава. Как вязала рукава, смотрите дальше. Вязание рукава начинаю с середины подреза. У меня подрез 12 петель. Я отсчитала сюда 6 петель и сюда 6 петель. И отметила первую петлю. Именно отсюда я буду начинать свое вязание. Беру рабочую нить. И в первый столбик провязываю 3 воздушные петли подъема, заменяющие первый столбик. Подтягиваю. Здесь 6, как я сказала, у меня петель. Я провязываю
5 вместе со столбиком вот этим, который заменяет воздушные петли. Первый над следующей петлей, второй столбик с накидом над следующей петлей, третий столбик с накидом над следующей, четвертый и над следующей, пятый. Там, где шестой столбик, я провязываю так. Ввожу крючок в петлю и провязываю незаконченный столбик с одним накидом. То есть сделала накид и вытянула нить из этой шестой петли. Дальше. Вот это у меня место, где росток. В боковой ряд вот этот я провязываю еще один незаконченный столбик с накидом. И сюда же еще один незаконченный столбик с накидом. И все петли на крючке провязываю одной петлей. То есть я провязала 3 незаконченных столбика с накидом одной петлей. Дальше. Над вот этим рядом, где столбики возле края, делаю воздушную петлю, их пропускаю. В следующий ряд, где вот здесь отверстие есть, провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Дальше над следующим, где с краю столбики, также делаю воздушную петлю. И вот сюда, в центр, это регланная линия, в центр регланной линии провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. То есть это тот же узор, который на кокетке. Дальше у меня идет уже узор. Я его провязываю так, как я и вязала узор на кокетке. Над столбиками воздушная петля, между столбиками под воздушную петлю 3 столбика. 1, 2, 3. И так далее. Продолжаю вязать этот узор. Воздушная петля, 3 столбика. Дойду до следующего края и подключусь. В конце первого ряда у меня закончился узор и крайний вот этот столбик, где регланная линия шла. Здесь провязываю так. Первый столбик пропускаю. Над вторым провязываю один незаконченный столбик с накидом. Над третьим тоже незаконченный столбик с накидом. И над первым столбиком подреза провязываю один незаконченный столбик. Все петли на крючке провязываю вместе. Тоже 3 столбика с накидом незаконченных, провязанные вместе. И осталось так же, как в начале, провязать 5 столбиков. 1. 2, 3, 4, 5. В начале ряда я провязывала 3 воздушные петли подъема. Ввожу крючок в третью петлю, вытягиваю нить и протягиваю через предыдущую петлю. Соединила ряд. То есть соединительный столбик. Дальше я буду вязать без шва по кругу, но поворотными рядами. Для того, чтобы у меня сохранился также этот узор, так как я все изделие вязала поворотными рядами. И начало ряда всегда у меня будет одинаковое. Я провязываю 3 воздушные петли подъема.
Разворачиваю вязание на изнаночную сторону, это второй ряд. И в эту же петлю, вот сюда, в центр, провязываю столбик с накидом. И так будет у меня всегда в начале ряда. Так. Теперь я провязываю над первыми двумя столбиками два столбика с общей вершиной. Ввожу крючок в первый столбик, провязываю один незаконченный столбик и над следующим столбиком один незаконченный столбик с накидом. Провязываю их вместе. Над следующими тремя столбиками по столбику. Один столбик с накидом, над следующей петлей второй и над следующей третий. Дальше вяжу узор. Над столбиками воздушная петля, под воздушную петлю три столбика. Раз, два, три. И продолжаю этот же узор. Воздушная петля, три столбика. Вяжу этот ряд. Заканчиваю второй ряд. Остается у меня после последней тройки три столбика. Вот эти. Я провязываю над ними воздушную петлю. И вот здесь над подрезом, так же, как в начале ряда, провязываю над каждым столбиком по одному три столбика. Раз. Два. Три. И над двумя последними провязываю два столбика с общей вершиной. Первый. Второй. Провязываю их вместе. И вот этот мой, как бы там, где должен быть шов, то есть это подъемные столбики, край, можно сказать, в центр, вот так, за столбик провязываю соединительный столбик, и второй ряд закончен. И также поднимаюсь три воздушные петли на третий ряд, разворачиваю вязание на лицо и над этим же столбиком провязываю столбик с накидом. Третий ряд. Над первыми двумя столбиками провязываю два столбика с общей вершиной. Над первым незаконченный столбик, над вторым незаконченный столбик. Провязываю их вместе. Над следующим один столбик и над следующим один столбик. Дальше идет воздушная петля предыдущего ряда. Над ней провязываю три столбика. Раз, два, три. И продолжаю вязать узор. Над столбиками воздушная петля, над воздушной петлей три столбика. В конце третьего ряда также перед столбиками, вот над этой воздушной петлей, три столбика. Раз, два, три. Над следующим столбиком один столбик, над следующим столбиком второй столбик, над следующими двумя два столбика с общей вершиной. Один незаконченный столбик, второй незаконченный столбик. Провязываем вместе.
и присоединяюсь к центру соединительным столбиком. Четвертый ряд. Три воздушные петли подъема. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Провязываю столбик накида с накидом над первой же петлей. Над следующими двумя провязываю два столбика с общей вершиной. Первый незаконченный столбик. Второй незаконченный столбик. Провязываю их вместе. Над следующим столбиком один столбик с накидом. И дальше повторяю узор. Над тремя столбиками воздушная петля. Под воздушную петлю три столбика. Продолжаю вязать до конца ряда. В конце четвертого ряда над последней воздушной три столбика. Раз, два, три. Воздушная петля. Пропускаю три столбика. Над следующим провязываю один столбик с накидом. И над двумя следующими один два столбика незаконченных с общей вершиной. Первый незаконченный столбик, второй незаконченный столбик. Провязываю вместе. Соединительный столбик. Три воздушные петли подъема. Разворачиваю вязание на лицевую сторону. В эту же петлю провязываю столбик с накидом и вяжу пятый ряд. Над первыми двумя столбиками два столбика с общей вершиной. Первый незаконченный столбик, над следующим второй незаконченный столбик. Провязываю их вместе. Так, дальше у меня идет воздушная петля. Над ней провязываю три столбика. Раз, два, три. И вяжу узор. Воздушная петля над столбиками и три столбика над воздушной петлей. Заканчиваю пятый ряд. Над последней воздушной три столбика. И над последними двумя столбиками два столбика с общей вершиной. Первый незаконченный столбик. Второй незаконченный столбик. Провязываю вместе. И соединительный столбик. Три воздушные петли подъема. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. В центр столбик с накидом и вяжу шестой ряд. Так, в шестом ряду пропускаю вот эти первые столбики. Воздушная петля. И в первую воздушную петлю над первой воздушной петлей провязываю три столбика. Раз, два, три. Дальше по узору. Воздушная петля, три столбика.
В конце шестого ряда, после последней тройки, воздушная петля, пропускаем последние столбики и соединительный столбик. Следующий ряд, 3 воздушные петли подъема. Поворачиваю вязание на лицевую сторону. Седьмой ряд. Столбик в центр также. Одна воздушная петля. Пропускаю воздушную петлю и первую тройку. И над следующей воздушной петлей провязываю 3 столбика. Дальше по узору. Воздушная петля над столбиками. Над воздушной петлей 3 столбика. Заканчиваю седьмой ряд. Над предпоследней воздушной петлей 3 столбика. Воздушная петля. Пропускаю последнюю тройку и воздушную петлю, соединительный столбик. 3 воздушные петли подъема. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. И столбик с накида в эту же центральную петлю. Восьмой ряд. Воздушная петля. Также пропускаю воздушную петлю и первую тройку. И в следующую воздушную петлю провязываю 3 столбика. Дальше по узору воздушная петля. И по 3 столбика над воздушными петлями. В конце седьмого ряда, после последней тройки, воздушная петля, пропускаем 3 столбика и воздушную петлю и соединительный столбик в центр. Три воздушные петли подъема. Разворачиваемся для вязания девятого ряда на лицевую сторону, в центр также столбик с накидом и вяжем 9 ряд. Воздушная петля, пропускаем первую воздушную петлю и первую тройку и над следующей воздушной петлей 3 столбика. И продолжаем узор. Воздушная петля, 3 столбика. В конце девятого ряда, после последней тройки, воздушная петля, пропускаем тройку и воздушную петлю и соединительный столбик. Три воздушные петли подъема. Разворачиваюсь на изнаночную сторону, в центр столбик с накидом. И вяжу 10 ряд. Воздушная петля. Пропускаю воздушную петлю первую тройку. Над следующей воздушной петлей тройка. И продолжаю вязать по узору. Воздушная петля. 3 столбика. В конце десятого ряда, после последней тройки, воздушная петля, я ее уже провязала, пропускаем последнюю тройку и воздушную петлю и соединительный столбик. В
10 рядов я провязала. Дальше я буду переходить на вязание ажурного узора. И здесь нужно пересчитать петли. Да, еще, если вам недостаточно этих убавлений, то для еще убавлений повторяйте последние два ряда. Вот эти, 9-10 ряд. Если вам нужно связать длинный рукав, и убавлений вам больше не нужно, то вяжите по схеме прямого узора без убавлений. То есть вот здесь я пропускала первую воздушную петлю, а вы ее не пропускаете, а вяжете сразу по узору. 3 столбика, воздушная петля. Ну, в общем, по схеме прямого вязания. Мне этого достаточно. И здесь нужно пересчитать петли. У меня сейчас, считаем причем и тройки, и вот эти воздушные петли. То есть 3 и 1, 4 петли. У меня получилось 31, вот такая тройка я пересчитала. Это умножить на 4, 124 петли, и плюс еще одна, которая в конце ряда воздушная петля, того 125 петель. Мне же для узора нужно число кратное 10. Я оставлю 120 петель. Поэтому мне нужно 5 петель убавить. Как я буду убавлять? Перед узором я провяжу так же, как в самой кофточке вязала, один ряд столбиков без накида. Для этого я делаю одну воздушную петлю, разворачиваю вязание на лицевую сторону. То я 10 ряд закончила на изнаночной стороне, поэтому так разворачиваюсь. И провязываю в центр уже не столбик с накидом, а столбик без накида. Дальше вот эту первую петлю я пропускаю. И сразу начинаю вязать над тройкой. 3 столбика над 3 столбиками. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Затем следующую воздушную петлю я тоже пропускаю, вторую воздушную петлю. И опять вяжу над столбиками. 3 столбика без накида. А дальше, вот 2 я уже пропустила петли, 2 у меня уже убавлено. И таким же образом в конце 2 над 2 последними я тоже не провяжу столбик. Того будет 4, а мне нужно убавить 5. Поэтому еще в середине ряда я также один раз пропущу. Итого я убавлю 5 петель, и у меня будет по кругу останется 120 столбиков без накида. И на них, это не считая вот этого центрального. Центральный вот этот столбик я не считаю. Это как бы кромочный столбик. Без него у меня будет 120 петель. То, что мне нужно, кратно 10. И дальше я уже начну вязать узор. Итак, провязываю весь ряд столбиками без накида. Я провязала весь ряд столбиков без накида и в конце также присоединяюсь к первому столбику. И дальше начинаю вязать узор. При этом первый ряд узора вот по этой же схеме, по которой я вязала нижнюю часть изделия, вот этот узор. И так же, как и на основном полотне, я буду первый ряд вязать по изнаночной стороне. 3 воздушные петли подъема. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. И в первую же петлю провязываю столбик с накидом. То есть здесь я повторяю серединку. И дальше по схеме первого ряда. 2 воздушные петли. Пропускаю 2 петли предыдущего ряда.
И в третью петлю провязываю столбик без накида. А дальше вяжу 5 воздушных петель, 4 пропускаю и столбик без накида. То есть 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, пропускаю 4 петли. 1, 2, 3, 4. И в пятую столбик без накида. И вяжу такие арки. 5 воздушных петель, пропускаю 4 петли, столбик без накида в пятую. В конце первого ряда, после последней арки, осталось 2 петли, провязываю 2 воздушные петли, эти 2 петли пропускаю и присоединяюсь к началу ряда. Второй ряд. 3 воздушные петли подъема. Перехожу на лицевую сторону. Также в центр столбик с накидом. И вяжу второй ряд. 1 воздушная петля. И в первую арку 3 столбика с одним накидом. В центр арки. 1. 2, 3. Дальше 2 воздушные петли. В следующую арку столбик без накида. 2 воздушные петли. В следующую арку веер. 3 столбика. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. Сюда же 3 столбика. 1, 2, 3. Две воздушные петли. В следующую арку столбик без накида. Две воздушные петли. И в следующую арку веер. То есть чередуем. То веер, то столбик без накида. Через две воздушные. То есть узор такой же, как на самой кофточке. В конце второго ряда после веера 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петли. И в последнюю короткую арку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля и соединительный столбик. Начало ряда. Третий ряд. В третьем ряду кромочный столбик, столбик без накида, поэтому я также в середине провязываю 1 воздушную петлю только. Разворачиваю вязание и в центр провязываю столбик без накида. Вяжу третий ряд. 3 воздушные петли. Над 3 столбиками по столбику. 2, 3. Затем арку пропускаю, над следующими столбиками 3 столбика. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. Столбик без накида. В центр веера. В арку 3 воздушные петли. Над столбиком, над столбиками по столбику 3 столбика. 1, 2, 3. Следующую арку пропускаем и над столбиками 3 столбика. 1, 2, 3.
И продолжаем вязать по схеме третьего ряда. В центр веера 3 воздушные, столбик без накида 3 воздушные. Над столбиками 3 столбика. Арку пропускаем, над столбиками 3 столбика. В конце третьего ряда провязала 3 столбика и над последними 3 столбиками 3 столбика с накидом. Три воздушные петли и соединительный столбик начала ряда. Четвертый ряд. Три воздушные петли. Вяжем по лицевой стороне. Столбик с накидом в центр. Вяжем четвертый ряд. 2 воздушные и столбик без накида в первый из 3. Дальше 5 воздушных петель, столбик без накида в третий из следующей тройки. 5 воздушных петель. Первые следующие тройки. 5 воздушных петель. В последней из следующей тройки столбик без накида. И так провязываем весь ряд. В конце четвертого ряда после последней арки 3 воздушные петли. Соединительный столбик в центр ряда, начало ряда. Переходим на вязание следующего ряда. Так, это у нас будет 5-й ряд. 1 воздушная петля. Перехожу на изнаночную сторону. И в центральную петлю провязываю столбик без накида. 2 воздушные петли. Вот эту короткую арку пропускаю. В следующую арку из 5 петель провязываю веер. 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли. 3 столбика с накидом. Две воздушные петли в следующую арку, столбик без накида. 2 воздушные петли в следующую арку, веер. И так чередуем. В одну арку веер, в следующую столбик без накида через 2 воздушные. В конце 5-го ряда после последнего веера 2 воздушные и соединительный столбик в начало ряда. Дальше я буду вязать 6-й ряд, последний, но я буду вязать его уже не так, как по рапорту узора, а так, как вязала в конце самого изделия. Поднимаюсь 3 воздушными петлями на следующий ряд, разворачиваюсь на лицевую сторону, в центр провязываю столбик с накидом.
Первую арку я пропускаю и над столбиками начинаю вязать. Над первыми тремя столбиками 3 столбика. В центр арки, вернее, в центр веера под воздушную петлю 3 столбика. И над следующими тремя столбиками 3 столбика. И так провязываю над всеми веерами. Вот эти арки я пропускаю, а над веерами провязываю 3 столбика над столбиками, 3 столбика в центр веера под воздушную петлю. И 3 столбика над столбиками. Над каждым веером получается 9 столбиков. Провязываю до конца ряда. Я провязала над всеми веерами по 9 столбиков. И после последнего веера присоединяюсь к началу ряда. Все, у меня это все 6 рядов. Если вы хотите связать узор более длинным, то 6 ряд вяжете по схеме узора и дальше вот такой ряд обвязки, его можно связать в 3 ряду или в 6, как вам удобно. И остался один ряд обвязки, также по лицевой стороне его делаю. 1 воздушная петля, центр, столбик без накида. И дальше я делаю 1 воздушную петлю и в каждую петлю соединительный столбик. Так же, как по низу изделия. 1 воздушная петля, в каждую петлю соединительный столбик. 1 воздушная, в следующую петлю соединительный столбик. 1 воздушная, соединительный столбик. 1 воздушная, соединительный столбик. И так вяжу над каждым столбиком до конца ряда. В конце ряда присоединяюсь к началу ряда и обрезаю нить уже. Она нам больше не нужна. Вытягиваю. Все, рукав полностью готов. Связав рукава, на этом вязание было закончено. После этого я заправила все нити и постирала кофточку. Стирала я в стиральной машине при температуре 30 градусов на обычной стирке, быстрая стирка у меня называется, и отжим поставила 800 оборотов. После этого я сушила, чтобы оно расправилось вот так в горизонтальном положении. И в конце, когда высохла, уже пришила пуговицу. На этом все. Я напоминаю, что под видео будут ссылки на пряжу, на магазин, на промокод и также ссылка на схему вот этого ажурного узора. Если вам понравилось такое изделие, вяжите с удовольствием и по возможности присылайте мне фото своих работ. На этом я буду заканчивать. Большое спасибо за просмотр. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.